Радовать детей нужно постоянно, а в период болезни приятные сюрпризы помогают ребятам скорее выздороветь, говорят волонтеры Подмосковья. Вместе с единороссами они посетили педиатрическое отделение Одинцовской областной больницы. Пришли не с пустыми руками. Подарили маленьким пациентам музыкальных дракончиков, которых помогла приобрести некоммерческая организация «Всем добра», и свежие фрукты. Впечатление великолепное, детки наши всегда в восторге, они эмоционально, в общем-то, поднимают у них настроение, они делятся впечатлением между собой. В это непростое время в медучреждениях огромный расход медицинских масок, а без них сегодня обойтись нельзя. Волонтеры заранее подумали и об этом, привезли в больницу более 2000 штук. Мы хотели поддержать детей в больницах в этот трудный период и решили таким образом, придумали акцию. Подобные акции в Одинцовском округе проводятся регулярно и всегда получают большой отклик. Ведь добрые дела не могут оставить никого равнодушным. Волонтерское движение сегодня уже набрало достаточно хорошие, большие обороты. И это не заканчивается, мы уже видим, что пандемия немножечко спала, да, но востребованность у общества есть очень большая. А самое главное, у самих ребят, у молодежи, которые становятся волонтерами. Волонтеры Подмосковья посетили еще две детские поликлиники Одинцова на улице Говорова и в Трехгорке. Ученики начальных классов и дошкольники получили более 80 игрушечных дракончиков. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».